Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам три способа заморозки клубники на зиму. И первый способ у нас самый-самый простой. Мы просто берем клубнику, хорошенько ее промываем и удаляем хвостики. Хвостики не выбрасывайте, они нам могут еще пригодиться. Теперь берем вот такие вот обычные пакеты для заморозки с зип-замком и складываем туда нашу ягодку. Здесь очень важно выбрать хорошие пакеты, чтобы они были не очень тонкие, и складывать ягодку не слишком плотно. Распределяем ягоду по пакету, закрываем зип-замок и убираем в морозилку. Вот такая вот ягода у нас получается. Она очень вкусная, ее можно добавлять и в пироги, и в каши, и делать, например, лимонады. И еще два способа, как измельчить клубнику в блендере и тоже заморозить. Здесь мы также предварительно подготавливаем клубнику, затем насыпаем ее в блендер, туда же при желании добавляем сахар и измельчаем в пюре. У нас получается прекрасное ароматное клубничное пюре, которое можно уже есть просто так, или можно отправить в морозилку и наслаждаться им зимой. Клубничное пюре наливаем в стакан с носиком. И дальше у нас есть два варианта. Берем формы для запекания, формы для кексов, вот такие вот силиконовые, и разливаем клубничное пюре по ним. Потом просто ставим формы на ровную поверхность, у меня это разделочная доска, и убираем в морозилку. Так как формы у нас силиконовые, замороженную клубнику очень легко достать из них. А еще очень удобно, что эта заготовка порционная. Можно взять одну форму, достать из нее клубнику и добавить, например, в кашу, а другие формочки не трогать. А еще это выглядит красиво и совсем не теряет вкус. Клубника как свежая. И еще один способ. Мы берем формы для льда, складываем в них целые ягодки, как я это делаю на видео, и потом эти ягоды сверху заливаем клубничным пюре. В клубничное пюре также можно добавить сахар, а можно его и не добавлять. Здесь смотрите по вкусу и по вашей ягоде. Просто мой муж оказался сладкоежкой, поэтому он просит меня почти везде добавлять сахар. Я, конечно, иногда хитрю, но заготовки все-таки приходится делать с сахаром. Также убираем форму в морозильник и посмотрите, какой прекрасный лед у нас получается. Его тоже очень легко доставать из формы, а еще внутри нас ждет сюрприз. Целая настоящая клубничка. Надеюсь, мои заготовки вам понравились. Приятного вам аппетита!